Большие панды не покинут нас. В Красной книге статус этих очаровательных животных изменили с вымирающего на уязвимый. Это результат долгой и кропотливой работы по увеличению популяции черно-белых медведей, которых любят миллионы, миллионы людей по всей земле. Но расслабляться все равно рано. В дикой природе до сих пор насчитывается менее 2000 панд. I'm videotaping. Oh, yeah.